Биатлонный центр «Заря» Улгу в Ульяновске встречает самого почетного гостя. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев здесь впервые. Главный стреляющий лыжник страны приятно удивлен не только состоянием административных зданий, но и в первую очередь лыжероллерной трассой. Трасса в великолепном состоянии, ноги сами как бы шли по трассе и понимали, как бы я здесь шел, мне вот здесь мешает чуть-чуть, здесь бы мне помешало вот этот вираж большой, крутой, или здесь надо что-то подделать, что-то снять. Ну, великолепно. Я скажу, что впечатление такое, знаете, вдохновение. Более 1,5 километра пешком. Драчев отмечает, что новое асфальтовое покрытие куда лучше, чем на многих зарубежных трассах. А вид с берега на Волгу такой, что можно пейзажи писать. Но пока сам Драчев и его команда пишут предложение, стратегию развития спорта в России на ближайшие годы. Этот важнейший документ в жизни страны в эти дни рассмотрят на форуме «Россия – спортивная держава» в Ульяновске, куда и прибыл президент Союза биатлонистов. Нам надо развивать именно вот региональные, может быть, даже районные центры, где пневматическая биатлон, где просто лыжные трассы с участием там тиров, еще что-то, да, чтобы дети потихоньку вовлекались в спорт. Ведь то, что нам сказал президент, 55% занимающихся должно быть, но это только вот за счет регионов. Белка в вольере, выражаясь современным молодежным языком, это фишка Ульяновского биатлонного центра. Драчев, словно обычный турист, фотографирует на свой телефон маленькое рыжее чудо. Однако все его мысли о работе, возвращение Союза биатлонистов, полноправные члены IBU сейчас на первом плане. Глава Союза уверен, что решение этого вопроса – дело ближайшего будущего. Мы видим, что идут к нам навстречу. Мы очень плодотворно проговорили с теми людьми, кто даже не очень нас любили. Но они поняли, что пришла новая команда, совершенно новая команда, готовы работать. Мы открыты, мы выполнили все условия, и тем более то условие, которое было поставлено последнее, это восстановление РУСАДА. Оно тоже выполнено. И есть все основания для того, чтобы Союз биатлонистов России был включен полноправным членом. Всего 1,5 часа гостил Владимир Драчев на биатлонной базе «Заря Улгу». И этот визит, говорят хозяева центра, трудно переоценить. Ведь глава Союза биатлонистов обещал помочь в развитии спортивного объекта. В ближайшие годы здесь планируют увеличить длину лыжероллерной трассы почти на километр. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.